Ты куда? А, несёшь. Добрый день всем. У нас сегодня очень сильный снегопад. Занесло нас. На крыльце не успеваем подметать. Отгребать не успеваем. С парников также только вчера скапывали. И опять снег, надо опять скапывать. Сгребать снег. Обещают 10 сантиметров навалить. Вот сегодня снег. И завтра обещают. Потом морозы большие. Сегодня-то мороз небольшой совсем. Мы сегодня топим баню. Вон как теплый пар над трубой. И труба на крыше оттаяла от тепла. Такую погоду в бане самый раз. Птичкам сало повесили, они уж его почти все растеребили. Но дятел прилетает. Да и сороки еще норовят. А в кормушку семечки сыпем. Так что у нас никто не голодает. Лето напоминает только листья на розах. Сколько листьев. Вот такая у нас красивая зима. Вчера убрала 3 петуха. Здесь лежит еще морозилку, пока не клала. Здесь куски лежат. Здесь на суп. И не на суп. А завтра буду варить. Судак лежит. Не замораживаю. А здесь в миске от судака икру мы что-то не любим. Мы только любим от подлещика. И вот кишки тут. Вот эта чешуя, или как она называется, от рыбы. Ну да, чешуя. Это я все сварила, добавляю курам. На сегодня я отварила фасоль. Тыкву надо еще мне запечь. Вот половину такой тыквы я на сковороде нажарила со сливочным маслом. И сама за день съела. А вот эти вот коробочки с шейками, с куриными. Это мы покупаем бройлерные для кота. Потом их измельчаем, и он очень любит эти шейки. Таким макаром мы наливаем воду в баню. Шланг идет и в окно. Я вот там подсоединяется еще по шлангу. И поднимается наверх в бак. А греем воду. Воду в баню наливаем вот таким макаром. Через шланг. Там подсоединяем к другому шлангу и наливается. Наверху там бак стоит. Вот, температуру регулируем. И греем газом. У нас колонка газовая. И вот так нагреваем. Вот это музей танка. Находится на Дмитровском шоссе. Я как-то снимала видео танки, но нас заинтересовал вот это. Муж говорит, это пушка. Старинная, первые пушки были, вот такая огромная.
на таких колесах. Как она интересно ездила. Тут танки находятся с той стороны, куда надо проехать. Ну, в принципе, все в снегу. Я туда не пойду. Меня заинтересовало. Вот такой я ни разу не видела, такую путь. Это первый танк. Девочки, не пушка, оказывается, а первый танк. Английский, да? Не знаю, может английский, может. Оказывается, это танк первый. Ничего себе за танк. На башне он поведет. А, на башне, да. На башне пулеметы находятся. Ну давай, поехали дальше.